Привет, друзья, привет, привет. Ну посмотрите, какие у него глаза, такие любящие, влюбленные, такие цветы несет на свидание огородник, огородник наш, Иннокентий. Да, ну, посмотрите, слушайте, для того, чтобы лентяи могли повышать свой КПД, и у тех людей, у кого нет много времени заниматься медитациями, йогой, аутотренингом и другими физкультурными какими-то упражнениями, для того, чтобы они могли снимать блоки сознания и тела и повышать через это процессы обученческие, тренировочные, восстановительные. Для этого как раз-таки сейчас мы сделаем новый вебинар, ну просто потрясающий, потому что там будут приемы, которых в мире никогда не было. Ни в йоге, ни в медитации, ни в упражнениях физической культуры, нигде. Потому что мы там возьмем нашу синхрогимнастику, которая в учебнике профессора Матвеева Анатолия Петровича для 10-11 классов, которые будут давать во всех школах. Да, но те, которые проходят подготовку, специалисты, это целая история, это годы, а мы на нашей школе, человек будущего, Homo Futurus, школе человечности, сразу это даем, потому что это наше изобретение, которого нет в мире. Итак, друзья, давайте готовиться, вебинар будет скоро. Кстати говоря, эту проблему сформулировали на прошлом вебинаре, в процессе нашего общения вместе с участниками нашей школы. Да, и так она вот немножко-немножко кристаллизовалась, и я поэтому сейчас об этом смело говорю. Смелее нет. Потому что мы авторы. И можем говорить то, что считаем нужным. Да, и если кто-то скажет, а это есть в йоге, это есть в медитации, а это есть в релаксации, в методах таких-то, 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 пожалуйста. Те методы тоже сможете осваивать быстрее с помощью нашего ключа. До встречи!